Доброго времени, так вы пользуетесь фотошопом? Он нам и нахуй не нужен! Итак, Крита, чем же ты меня сегодня удивишь? Например, темным интерфейсом уже из коробки. Это безумно радует, потому что в отличие от Саи, которые уже несколько лет не могут занести свою программу темный интерфейс, или я чего-то не знаю, мне, как преимущественно ночному художнику, гораздо приятнее и безопаснее, скажем, рисовать именно в темной теме. Спасибо, Крита. На первый взгляд, визуально и интерфейс программы вовсе не отталкивает и даже выглядит, ну, можно сказать, интуитивно. Вот у нас кисти, вот у нас выбор цветов, слои и инструменты. Ну и также верхний бар, как в фотошопе. В принципе, здесь многое, что как в фотошопе, и с одной стороны, это хорошо для людей, которые пришли сюда с фотошопа. Кстати, язык в Крите автоматически у меня поставился на русский, ну, как видите, не весь, а new file, ну, открыть файл. А в принципе, если у вас не поставился на русский язык, и если он вам нужен, то вот оно. Переключить язык приложения. И здесь выбираем нужный нам язык. Ну, например, вот такой. К счастью, он наступит только к следующему перезапуску, и пока что я визуально могу запомнить, где тут что находится. Нет, не прокатило. Половина локализации все равно осталась на английском языке. Даже больше, чем половина. Ладно, вернемся к программе. И начнем... Что? О боже. Ладно, ладно, я просто угораю. Просто здесь есть два варианта. Основной язык и дополнительный язык. Если вы хотите полностью локализовать программу, то нужно выбирать их сразу два. И здесь, и вот здесь. И все будет окей. Да, хорошо, я тебя понял. Но, как видите, все равно не прокатило. Ладненько. Прежде всего, в Крите меня привлекает создание бесшовных текстур, нарисованных от руки а-ля Warcraft. И создавая новый документ, здесь уже можно выбрать готовый пресет. В принципе, 2000x2000 нам вполне сойдет. Поэтому мы будем использовать этот шаблон. Второе, чем эта программа цепляет, это наличием интересного функционала для кистей. Нет, его здесь не настолько мало, это просто я создал свою суперкисть, которая при слабом нажиме рисует вот таким вот белым цветом, и при сильном нажиме становится вот таким основным. То есть, если здесь я сейчас цвет выберу какой-нибудь другой. Вроде мелочь, но порой это будет очень и очень нам помогать. Нажимаем Ctrl-Z, чтобы все это отменить. И, как видите, при нажатии Ctrl у меня мигает цвет. То есть, здесь пипетка на Ctrl, а на Alt ничего не происходит. Поэтому, если вы привыкли использовать пипетку на Alt, например, как я, потому что я пришел с фотошопа. Выбираем настроить Крита, клавиатурные сокращения. И чтобы нам долго не искать, здесь в поиске пишем пипетка. И нет, немножко не сюда. Нам нужно в настройке действия холста, альтернативное действие. И здесь у нас как раз будет захватить цвет переднего плана, ла-ла-ла-ла-ла. Нажимаем сюда, причем нажимаем два раза. А здесь модификаторы, Ctrl,
нажимаем левую кнопку мыши, появляется вот, и нажимаем Alt. Вот, теперь все окей. В принципе, здесь больше можно ничего не менять. А единственное, обратите внимание, что цвета изображения... Так. Куда оно делось? Во-первых, выбор цвета. Мы здесь можем изменить саму, так сказать, палитру, с которой будем выбирать цвета. Я больше привык к вот такой вот модели, поэтому я оставлю ее. Но, в принципе, никогда не поздно переучиваться. На самом деле, круг с вот этим треугольником тоже достаточно удобен. И второй момент. Переходим в управление цветом. Здесь мы используем модель Smug. Ну, или если быть совсем правильным, CMYK. Здесь можно поменять на RGB формат, но при печати будут использоваться как раз цвета из вот этой вот CMYK палитры. Поэтому, если вы рисуете конкретно для печати, там, будете печатать свои рисунки, или вы рисуете принты для футболок, или что-нибудь там еще, то оставляете CMYK. Если вы рисуете чисто в цифровом формате, то есть для публикации в интернете, и не собираетесь ничего никогда распечатывать, те же текстуры для игры, вполне можно обойтись и RGB. Все, давайте уже наконец-то рисовать. Перед нами пустой холст. Что здесь рисовать? Для начала переключусь обратно на все кисти, а здесь их в принципе немало. И большинство из них, можно сказать, пародируют, имитируют настоящие, реально существующие инструменты, что очень даже неплохо. Но я не думаю, что вы будете пользоваться ими всеми. А для начала выберем карандаш. Я беру карандаш потолще, чтобы было просто удобнее. И да, каждую кисть здесь можно настроить, нажав F5, а опять же, как в фотошопе. Значит, попробуем нарисовать здесь эскиз. Пока что эскиз текстуры. Я буду рисовать текстуру дерева. В принципе, это достаточно простая текстура. Проще, чем кирпичная кладка. В том плане, что мне просто лень рисовать каждый кирпичик. Досок в разы меньше, поэтому я выбрал доски. Вот такая простая математика. Но, в принципе, расположение досок примерно так же, как и у кирпичей. То есть сначала у нас идут как бы вот такие швы посередине, а затем они будут где-то вот тут. Переключаемся на ластик, нажав E, опять же, как в фотошопе. И если я снова нажму E, кстати, видите, оно здесь мигает, то я буду снова рисовать. Это уже не как в фотошопе, это уже удобнее, чем в фотошопе. Но должен признать, слегка непривычно, потому что я привык переключаться на горячие клавиши E и B, в смысле на клавишу E и на клавишу P. А здесь такое пока что не прокатит. Также отдаляем, приближаем холст. А эскиз у нас не должен быть супер аккуратным, вот, тем более учитывая стилистику нашей текстурки. Ну разве что здесь небольшой косячок у меня. Эти доски явно больше, чем вот эти. Поэтому у нас, кстати, отражение по горизонтали на горячую клавишу M. В фотошопе я на эту клавишу делал выделение. И здесь выделение у нас что-то не видать, но если мы вот так вот его растянем, то у нас все они появятся. А здесь прямоугольное выделение Ctrl-R. Ну, в принципе, горячие клавиши можно переставить, это не проблема. Также выделили, нажали Ctrl-T. Вы ведь понимаете, что это как в фотошопе, да? И снова Enter. Так, я уже сейчас вижу, что у меня будет несостыковочка, поэтому делаем вот как. Так, переключаемся на клавишу кисти, снимаем выделение через Ctrl-D. Нет, не прокатило. Но что всегда прокатит, если нажать на выделение и нажать на выделение. Переключаемся обратно на кисть. И, по сути, мне надо просто немного приподнять. Значит, смотрите, сначала сотрем вот эти вот. Отлично. А теперь нужно приподнять.
Кстати, чтобы снять выделение, здесь не Ctrl-D, а Ctrl-Shift-A. Вот, не буду таить этот секрет. А нажимаем клавишу T, чтобы выбрать перемещение. И вот так вот приподнимаем. Но так получится слишком широкое. На широкую. Что ж, тогда мы нажимаем Ctrl-T. Вот так это все дело сплющиваем. Еще сплющиваем. А чтобы вы лучше понимали, для чего я все это делаю, идем во вкладку «Вид», «Замостить». Теперь наша текстура, она дублируется по всем фронтам, и мы видим, где у нас какие несостыковки. И эскизы, в принципе, удобно рисовать как раз-таки в таком формате. Это, кстати, лучше сразу поставить... Вот на горячую клавишу вводим здесь «Замостить» и поставим горячую клавишу, допустим, W, вот так. И теперь нажимая W, мы вот так вот ее можем переключать. Это очень-то удобно, знаете ли. Что ж, приступаем к рисованию дальше. Главное, кстати, не включайте здесь симметрию. Вот порисовать текстуры с симметрией вообще очень хреновое занятие, никогда так не делайте. Рисуем нижнюю доску. Так, слишком большой диаметр взял. Кстати, здесь также, как и в фотошопе, на фигурные скобки уменьшается либо увеличивается диаметр кисти, который вы рисуете. Маловато будет. Если вам нужно прям вот прямо все ровно нарисовать, прям как по линеечке, то воспользуйтесь специальными инструментами, например, линия. А линия будет использовать параметры вашей кисти. Поэтому если выберем здесь, например, вот такую кисть, то, как видите, здесь меняется и диаметр, и само наполнение. Но, кстати, не сильно меняется. А просто размер можно изменить вот тут, а вот. Переходим обратно на карандаш. Рисовать от руки всегда веселее, тем более стилистика это позволяет, точнее даже требует. И теперь снова добавляем вот такие вот линии. Они у нас должны быть где-то вот здесь. А для проверки просто нажимаем W и смотрим, что у нас несостыковочка. Поэтому вот так вот поправим. Этим, собственно, этот режим и хорош. Также у нас несостыковочка идет по вот этим вот сторонам. У нас как бы тут много где сейчас несостыковочка, но это абсолютно нормально. Именно для этого мы сейчас и включаем этот режим, чтобы эти несостыковочки убрать. В чем большое удобство? Мы можем рисовать прямо вне пределов нашего холста. То есть вот мы его здесь замостили. И прямо здесь можем рисовать, у нас это везде будет дублироваться. Это очень удобно. Прям вот красавчики, что сделали такую функцию. Денчик одобряет. Окей, первый этап создания текстуры готов. У нас это эскиз. Второй этап. Мелкая детализация. Шучу. Это я тут просто немножечко увлекся. На самом деле эти гвоздики можно добавлять в самом конце, но чтобы примерно понимать, как будет выглядеть наша текстура в итоге, я сделал это сейчас. Ну, как видите, тоже достаточно скетчевым образом. Вот так. Все отлично. Даже мне нравится. Так, чтобы не потеряться. Отлично. А еще мне кажется, что вот эта доска слишком уж длинная, мы можем ее вот так вот здесь разделить. И достаточно прикольно, кажется. Так оно больше похоже на кирпичи, конечно. Ладно, пусть остаются длинными. У нас тут будут как бы и длинные, и короткие. Вот так.
Нет, пусть будут длинные. Так вот, второй этап. Создаем слой ниже под нашим скетчем. Можем, кстати, два раза на него нажать, на название. И напишем скетч. Ну, вы поняли. Создаем новый слой. На него мы тоже щелкнем два раза. Назовем его цвет. Вот здесь он почему-то на русском. Когда я успел переключиться. Выбираем здесь либо градиент, либо заливку. Но я рекомендую сейчас выбрать именно однотонную заливку. Она нам подойдет больше. А выберем здесь цвет, которым будем заливать. Допустим, вот такой. Заливаем. Теперь создаю еще один новый слой. И на нем я уже буду более темным цветом, кистью. А более темный цвет у нас будет менее насыщен и более темный. Еще темнее. Попробуем. Хорошо. А теперь переключаемся на наш скетч. И его непрозрачность уменьшаем так, чтобы он просто был виден, но сильно нам не мешался, скажем так. Собственно, вместо карандаша теперь стоит выбрать какую-нибудь из кистей. Я выберу подразделение Digital. И, о боже, как тут много кистей. Что же выбрать? Давай вот эту. Ага. Переключаемся обратно на копию цвет. Мы создали копию. Да, это кнопка создания дубликата слоя. Чтобы создать чистый новый слой, кнопочка рядом. Немножечко промахнулся. Удаляем слой через вот эту корзинку, либо через Shift Del. Просто Del у нас удаляет все данные с этого слоя. И теперь на новом свеженьком слое кистью прорисовываем побольше диаметр все вот эти вот, можно сказать, щели. От эскиза карандашного мы вскоре вообще избавимся. И знаете, этот цвет мог бы быть даже потемнее. Нажимаем Ctrl-U, чтобы вызвать, как в Photoshop, коррекцию. И светлоту. Господи, светлота. Почему нельзя было написать яркость? Светлота. Чуть-чуть сильнее уменьшаем. Насыщенность я немножко прибавлю. А тон, в принципе, можно даже сделать чуть более красным. Это неплохо так освежает картинку. И скетч пока что прячем, но не убираем. Значит, что у нас получилось? У нас получилось, что заливка залила вместе со скетчем. Немножечко мой косяк. Значит, что делаем? Удерживая Alt на слое с цветом. Выбираем цвет. И нажимаем Del, чтобы здесь все очистить. Переходим обратно на заливку. И нам придется спрятать этот слой. Залить. И с этого слоя включить. Немного странная логика, если честно. Меня все время не покидает чувство, что я что-то делаю не так. Но когда я посмотрел на художников других с Ютуба, они делали все то же самое. Ну, не знаю, возможно, так задумано. Впрочем, не торопитесь стирать неаккуратные жирные линии, которые вы наверняка тоже сделали. Мы позже будем рисовать еще поверх них. А пока что через Alt выберем нужный нам цвет. И немножечко так подровняем. Как вы понимаете, рисовать вот так по горизонтали не очень-то удобно. Поэтому, удерживая пробел и Shift, мы его вот так вот повернем. Вот это должно быть немного удобнее. Но не факт. Не, ну так определенно удобнее, конечно. Я все-таки немного пошалю тут ластиком. Слишком тонкие их тоже не делайте, потому что это будет неприкольно и некрасиво.
Вот так. Вообще, кстати, рекомендую вам зайти куда-нибудь на Pinterest и посмотреть там текстуры с того же Варкрафта или просто ввести там Handmade Texture. Вы по-любому найдете много интересных текстур, которые вам захочется перерисовать. Некоторые углы можно прямо вот тут сгладить, чтобы это было меньше похоже на кирпичную кладку. И сразу начать рисовать такие, знаете, сколы, какие-то потертости, трещинки. Это уже будет делать текстуру похожей на дерево. И главное, не делайте их вот так вот. Это просто так реально делают. Делайте их хотя бы разными и не забывайте про нажим. То есть не надо делать две одинаковые вот так вот. То есть прям вот вообще вот так вот. Не надо их делать слишком много. Лучше сделайте вот так вот одну и оставьте. И вот эту еще маленькую. Прям еле видную. Посмотрите на реальные текстуры там паркета, например. И вам уже будет легче ориентироваться, что и как делать. Потому что когда делаешь что-то в первый раз, еще не знаешь даже толком, как это должно выглядеть, то, конечно, сложно. И вряд ли получится из этого что-то интересное, что-то хорошее. Вот, то есть, опять же, не надо сделали вот здесь и сразу делаем вот здесь вот так же. Это будет неестественно. Ну, точнее, даже такое бывает, но это просто будет некрасиво. А некоторые доски прям вот так вот подкорачиваем, делаем их неровными. Вот здесь, видите, вот, ну вот не то. То есть пусть лучше у нас здесь будет все нормально, а вот здесь чуть дальше уже вот так вот небольшой кусочек. Вот это прикольней. Вот так вот через всю доску проводить можно, но опять же не на каждой, не на каждом элементе, иначе будет тоже не прикольно. Не забывайте почаще сохраняться через Ctrl-S, как в Photoshop, само собой. В принципе, у меня еще крипто ни разу не вылетало, но я и пользуюсь ей меньше часа. Так что еще все впереди. Какие-то вот такие линии. Их тоже не стирайте, если они есть. Они будут дополнять текстуру. Хуже от них не будет. Хуже, если они будут вот так вот на каждом шагу. Но и то это можно будет поверх там как-то закрасить. И в итоге превратить в нормальную текстурку. Где-то стереть, где-то подкрасить, где-то еще добавить. То есть сейчас я уже добавляю более такие мелкие волокна. Но опять же, не везде, не на каждом шагу. А в принципе, этого должно быть достаточно. Давайте отдалим нашу текстуру, и в принципе она выглядит достаточно неплохо уже. Но еще очень мало. А снова добавляем новый слой. И при создании текстур я рекомендую придерживаться тактики, чем больше слоев, тем в большей ты безопасности. И хотя в случае с handpainted текстурами это не всегда оправдано, особенно если вы умеете рисовать. Но в моем случае лучше придерживаться именно такой тактики. Здесь у нас, кстати, два повторяющихся элемента, они очень уж похожи. Давайте их немножечко подправим. Не нужно, чтобы они так сильно повторялись, поэтому вот так вот. На новом слое, давайте вот так приблизим, мы добавим сюда гвоздики. Но сначала мы добавим под них вот эти вот места, отверстия, в которые они будут заколочены. А, кстати, от этих отверстий абсолютно нормально, если будут идти какие-то сколы или трещины. Это будет прям вообще красота.
Вот здесь немножко сложный момент, поэтому включаем W, чтобы у нас вид замостился. Потому что иначе здесь на краю как-то, ну, не очень. А вот так спокойненько. Отверстие, опять же, делайте, старайтесь сделать разными по размеру. Ну, здесь пусть будет вот так вот у нас. Доска, например, вообще отломанная. Так, вроде везде прибили. И снова новый слой. Но теперь цвет меняем с коричневого на какой-нибудь такой вот сероватый, но остаемся в таких же теплых оттенках. Приближаем. Чуть уменьшаем размер, диаметр. Кстати, горячие клавиши большинство здесь работают почему-то при включенной английской раскладке. Но я думаю, это можно исправить, если горячие клавиши выставлены на русский язык. Потому что когда мы выставляли, например, пипетку, то там можно было поставить горячую клавишу C вместо W. Точнее, не пипетку, а вот этот как раз видок, чтобы далеко не ходить. А, кстати, вовсе не обязательно в каждом элементе, в каждой доске рисовать гвоздь. Где-то он может и не быть. Но, наверное, пока что пусть будет в каждом. Там уже решим, где его не будет. А теперь еще более цвет, практически белый. И нам нужно сделать лишь такой небольшой штрих кистью, как бы показать блик. И заметьте, он должен быть одинаковый со всех сторон. То есть не так, что один здесь, другой вот здесь. Нет, все они должны быть с одной стороны. Легкая небрежность здесь только приветствуется. Идеально вылизывать такие текстуры не надо. А в чем их, собственно, большой плюс, как для новичков, так и вообще в целом. Так, вроде бы все. И снова создаем новый слой. Теперь будем добавлять сюда светлые части. Опять. Пипеткой возьмем наш основной цвет. Затем в панели цвета сделаем его светлее и насыщеннее. Я специально делаю ее чуть более светлым и насыщенным, чем надо, потому что буду использовать нажатие пера. То есть чем сильнее я буду давить на стилус, на планшет, тем, соответственно, сильнее будет и яркость, и, собственно, толщина штриха. И теперь светлой кистью будем рисовать вот такие вот блики. А смотрите, в чем фишка. Так как свет у нас падает с вот этой вот стороны, о чем свидетельствуют блики на гвоздях, то и, соответственно, на каждом элементе у нас также свет должен идти с вот этой вот стороны. Поэтому каждая сторона, точнее, каждый элемент с вот этой стороны у нас будет светлый. А вот эта сторона у нас, наоборот, будет темная, мы сюда потом покрасим темной кистью. Так, у текстуры уже появился какой-то объем, но этого еще совсем недостаточно. Вот здесь забыл подрисовать. Так, пока никто не видит. Все, все, огонь. Чего здесь забыл? Вот так. А снова создаем еще один слой. И пойдем на маленькую хитрость. Чтобы нам снова не подбирать цвет, мы проведем нашим
предыдущим цветом и просто уменьшим непрозрачность. И, видимо, придется уменьшить ее достаточно сильно. А может, просто изменить режим наложения? Эх, не прокатило. Но попытка была хорошей, и на самом деле можно оставить вот так. А теперь просто пройдемся вот здесь по верхней части. Потому что доска у нас все-таки имеет объем, как это ни странно. Так, нижнюю часть мы будем закрашивать темным цветом. Можно даже вот так их немного подразбавить, чтобы не были такие слишком уж прямые линии. Хорошо. Проверяем, насколько все тут правильно сделали. Теперь, прежде чем делать практически то же самое с нижней стороной, переключаемся на наш основной цвет, добавляем сюда еще один слой, выбираем этот цвет как основу и немножечко меняем его тон в одну из сторон. Но я ближе к красному и сделаю его чуть менее насыщенным и чуть-чуть более светлым. А, значит, теперь в чем фишка? Так как у меня все весь этот слой под всеми остальными деталями, то я могу спокойно увеличить кисть и вот так вот добавлять сюда разные оттенки, чтобы доски не были такими вот прям однородными по цвету, потому что это не совсем естественно и не совсем красиво. Опять же, это не обязательно делать на каждом элементе. При этом можно добавлять разные оттенки. Ну, кстати, вот этот оттенок мне не очень нравится, если честно. Но так как мы рисовали все это на отдельных слоях, в том числе и этот слой у нас тоже отдельный, мы можем себе позволить сделать маленькую махинацию. Не, ну, кстати, этот оттенок не так уж плохо смотрится. Но нет, это самообман. Неплохо смотрится то, что здесь просто несколько оттенков, но сам оттенок здесь не очень. А снова нажимаем Ctrl-U. И просто меняем тон до тех пор. И вот, кстати, крашеное дерево, почему бы и нет. А убираем насыщенность, светлоту. Господи, никогда не привыкну к этому слову. А либо можно даже сделать вот как. Мы нажмем здесь перекрытие. И подредактируем непрозрачность. А теперь можно еще и с тоном поиграться. Слушай, такой вариант мне нравится больше. Можем его смешать с нашим первым цветом. В некоторых местах. Но лучше создадим новый слой. И просто их немножечко смешаем между собой. Это тоже будет достаточно интересно. Опять же, постарайтесь не переборщить, иначе текстура просто получится грязной, а не красивой. Старайтесь также использовать более крупные мазки, потому что мелкая детализация будет больше похожа на шум, и выглядеть это будет некрасиво. Окей, переключаемся наверх, создаем новый слой, выбираем наш темный цвет
И теперь немного убавляем у него непрозрачность, потому что именно им, но чуть более насыщенным и чуть более светлым, мы сейчас будем рисовать нижнюю часть досок. Но здесь стоит быть аккуратным. Мы слишком увлеклись рисованием текстуры, именно текстуры, но совсем забыли про тайлинг. И теперь мы видим, что у нас здесь полным-полно швов. А в принципе, это все несложно исправляется. И именно этим мы сейчас и займемся при создании финальной, так сказать, текстуры. Но прежде всего, я нажму «Сохранить как», Ctrl-Shift-S. Теперь опасный трюк. Внимание, не повторяйте его дома. Я солью все слои в один. Затем я ее просто продублирую через Ctrl-J, ну, либо вот эту кнопочку, которую вы уже должны были запомнить. И в непрерывном вот таком вот режиме тайлинга буду убирать все швы, ну и, собственно, заканчивать нашу текстурку. Для полноты картины, кстати, возьму другую кисть. Выглядит она примерно вот так. Изначально она у меня была в моих фаворитах, но я, если честно, ее сюда не добавлял. Какие-то навязанные фавориты. Но в целом эта кисть действительно прикольная. Она рисует уже текстурой. Давайте выберем вот так вот. И рисовать текстурной кистью текстурой, как ни странно, очень даже неплохо. Сейчас я буду нажимать Alt, наверное, сотни раз за минуту, чтобы выбирать необходимые цвета и все вот это вот смешивать, сглаживать. При этом кисть тоже оставляем не самой маленькой. Крупные мазки нам сейчас только на руку. Итак, получилось примерно следующее. Текстура уже выглядит более симпатичной и похожей на текстуру, но этого еще недостаточно. Я решил немножечко поиграть со светом и добавить с этой стороны примерно такую же штуку, только другого цвета. Кстати, если вы используете планшет, а я крайне рекомендую использовать планшет, то при нажатии правой кнопки мыши, либо одной из кнопок стилус, у вас появляется вот такое вот быстрое меню, куда вы можете поместить кисти, либо настроить по-быстрому цвет. Мне, в принципе, нужен примерно такой же цвет, только более красного оттенка и чуть более темный. Создам новый слой, потом, если что, его просто сольем, если он нам понравится. Если не понравится, то мы его просто удалим, да и все. В целом идея неплохая, но нужно все-таки сделать это потемнее. Убавляем светлоту. Немного поигравшись с настройками, я остановился на таком вот варианте. То есть было так, стало вот так. Еще через пару минут я выбрал все-таки вот такой зеленый цвет. Нажимаем ОК. И первое, что я советую сделать, это проверить на объем. Потому что сейчас, мне кажется, я немножечко заигрался с цветами, из-за чего объем потерялся. Поэтому я солью эти два слоя, продублирую их. И полностью уберу насыщенность. Мы видим, что разница между, так сказать, щелями между досками и вот этим вот цветом, в принципе, практически нет в черно-белом варианте, и это нехорошо. Нам это по-любому надо исправлять. Но, в принципе, мы это как раз и собирались сделать именно сейчас, поэтому удаляем лишний слой. В принципе, просто удаляем все, что здесь есть. И теперь можем даже поставить ему режим наложения на умножение. И
более таким вот темным цветом. Это будет совсем черный, поэтому обычный вот такой цвет берем. И между досками сейчас будем прорисовывать вот такие вот щели. Маленькая, естественно, кистью. Можно даже немного убрать непрозрачности, чтобы они были не прям вот такими уж сильными. Будет неплохо создать еще один слой, в котором мы будем делать прям вот совсем мелкую детализацию. Достаточно тонкой кистью и достаточно насыщенным цветом. Старайтесь сделать все как бы маркером, таким одним движением. То есть, если будем сейчас сделать вот такие вот, то получится много шума, как на эскизе. И это будет немножечко некрасиво. Она не должна быть прям сильно заметной, прям вот так вот выделяться. Она просто должна намекать на контуры форм. Это и главная задача, а вот эта вот маленькая детализация. А, кстати, через X мы можем переключаться на цвета. Я здесь возьму такой более темный цвет и буду как бы чередовать. Где-то я буду добавлять вот такие вот темные линии, а где-то, наоборот, добавлять вот такие вот светлые. Можно добавить даже вот такие вот как бы вырезки. Что ж, наша текстурка уже достаточно неплохо преобразилась. Если сравнить ее с той, что у нас была несколько десятков минут назад, то у нас здесь уже неплохо так прибавилось и в детализации, и в красоте. Но, как видите, слишком уж сильно выбивается эта резкая желтая линия. К тому же она достаточно мелкая. И в этом плюс, что мы использовали слои. Мы можем просто уменьшить ее непрозрачность, чтобы она так сильно просто не выделялась. Но если ее вообще не будет, то будет некрасиво. А вот когда она будет вот так вот проявляться, это уже будет намного лучше. Я снова сливаю все это дело, но теперь удерживаю Shift и левую кнопку мыши нажимаю на нижнем слое, почти на самом нижнем. И Ctrl-E, чтобы все это слить. А снова делаю дубликат через Ctrl-G и нажимаю Ctrl-B, чтобы у нас появился цветовой баланс. Здесь я не буду давать каких-то четких инструкций, все очень зависит от ситуации. Просто играйте с этими настройками, выбирайте наиболее понравившийся вам вариант. И это единственный правильный способ сделать здесь что-то красивое. Через цветовой баланс, как понимаете, можно очень сильно изменить оттенки и вообще восприятие вашей текстуры в целом. То есть нередко бывает так, что цвета на этом этапе меняются практически наполовину, но при этом стараются выглядеть намного лучше.
Вот такой у нас вариант был до. Слишком уж зеленый, желтый такой, не самый приятный вариант. И теперь он выглядит намного более теплым и симпатичным. Нажимаем ОК. И также легкая коррекция через Ctrl-M, опять же как в фотошопе, с помощью кривой. Здесь тоже главное не перегнуть палку. Опс, о чем я говорил. Кстати, таким способом можно получать интересные психоделические текстуры. Или просто, так сказать, делать мозговой штурм. Как видите, возможности этого инструмента очень даже интересные. Но, пожалуй, я воспользуюсь уровнями через Ctrl-L, чтобы более тонкая такая настроечка была. Вот так. Пусть она будет чуть-чуть посветлее. И можно нас поздравить. Текстура готова. Хотя я здесь вижу маленький косячок, а здесь виден виден шов. Вот, теперь кажется все отлично. Если вам по цветам пока сложно ориентироваться, то рисуйте в черно-белом. В черно-белом вы не прогадаете с объемом, а потом просто добавите сюда слой, корректирующий, фильтрующий. Это он в фотошопе корректирующий. Добавляем фильтрующий слой, карты градиента. Здесь выбираем два цвета. Непрозрачность только ставим на единичку. И пока что нажму ОК. Значит, в чем соль? Пока что спрячем, чтобы он быстрее прогружался. Допустим, у меня есть текстура, которую я нарисовал в черно-белом варианте. Ее, кстати, так обесцветить можно через Ctrl-Shift. Как где? Как в фотошопе. И теперь наложим на эту карту градиента. Нажимаем правой кнопкой мыши свойства. И изменим сам градиент. Нажимаем на первый ползунок. И выбираем здесь какой-нибудь темный цвет. Но здесь смотрите по ситуации. Либо темный, либо светлый. В общем, один цвет у нас должен быть темным. Второй цвет у нас должен быть светлым. И в зависимости от яркости вашей текстуры будет применяться вот такая цветовая карта. Давайте добавим здесь еще более темный левой кнопкой мыши. Прям вообще вот так в коричневый. Немножечко подлагивает почему-то. Но в целом, как видите, покраска идет очень даже неплохо. Для того, например, чтобы получить какую-то цветовую основу, это прям вообще отличный вариант. Рекомендую. Поверх этого можете добавить еще один слой. В режиме наложения, например, перекрытие или осветление цвета или мягкий свет. В общем, смотрите по ситуации, они все будут смотреться достаточно интересно. Даже умножение при уменьшенной непрозрачности будет смотреться неплохо. Но я попробую сейчас использовать свет, потому что мне конкретно нужно поменять оттенок цвета. Сейчас, конечно, это выглядит немножечко так замылено,
из-за большого количества оттенков и не такой уж большой детализации. Но мне сейчас важно показать сам принцип, а что делать с этой информацией дальше, решать уже только вам. А можно просто уменьшить влияние через непрозрачность, и это будет уже не так сильно замылено. Снова сольем. Вот если мы их сейчас все отключим, то у нас будет просто такая карта градиента или просто такая черно-белая текстура. Но со всеми вместе вот этими слоями, в принципе, получается текстура ничем не хуже. Сливаем в один слой. Предыдущая наша текстура достаточно контрастная, а вот это не очень. Но у нас же есть еще инструменты коррекции, через которые мы можем это дело исправить. Вот и все. А на самом деле эта текстура получилась даже более правильной. Это слишком пестро и бьет по глазам. Не рекомендую именно из таких текстур составлять полностью игровой мир или какие-то неважные объекты. А вот такой вот вполне сойдет. Ах, ну да, и конечно же можно еще поиграться с другими инструментами коррекции. С тем же цветовым балансом, например. И получить вот такую более теплую текстурку. А почему бы и нет? В общем, на этом видео можно заканчивать. Эти текстурки я выложу себе в группе ВКонтакте. Прикреплю их к посту. Если они вдруг кому-то понадобятся, можете их без проблем скачать совершенно бесплатно. Ну, а я с вами ненадолго прощаюсь. До встречи в следующих видео. Ах, да, с вами был Арталаски, если кто забыл. Пока!